издревле растения несли миру здоровье. Менялись времена, но наука о растениях и умение использовать их силу развивается каждый день. Современные технологии призваны научиться брать у природы все, что необходимо здоровью человека. Здоровье от растений. Уже на самых ранних стадиях развития человечества растения были не только источником питания людей, они помогали человеку избавиться от болезней. Народами древнего мира использовались около 20 тысяч полезных видов растений. Сегодня известно уже о 500 тысячах видов, и изучение их постоянно продолжается. В желании объединить силу природы и научный прогресс появилась технология, которая легла в основу производства биологически активных добавок к пище. Согласно статистике, каждую секунду в мире потребляется 12 капсул Вижн. То есть ежедневно более 15 миллионов человек, небезразличных к своему здоровью, принимают как минимум одну капсулу продукта компании. В этом фильме мы попробуем найти ответ на вопрос, в чем секрет формулы ВАТ Вижн, как и кем они производятся. Франция. Аркофарма. Это Франция, город Карос. Большинство фабрик по производству БАД в Европе предпочитают располагаться в этом регионе. Заводы находятся на морском побережье в экологически чистом месте планеты. Сюда удобно доставлять сырье для производства, а затем отправлять готовую продукцию по городам и странам Европы, Азии, Ближнего и Дальнего Востока, по всему миру. Однако, прежде чем попасть на завод, давайте узнаем, кто создает коктейль различных трав, который впоследствии становится БАДами. Кто решает объединить экстракт виноградной выжимки и гинкобилоба с бета-каротином, чтобы получилась, например, формула антиокса? Формула. Добрый день, я Филипп Шапель, директор департамента разработок и исследований концерна «Аркофарма». Мой департамент создает формулы БАД. Сначала появляется идея. Далее мы соотносим ее с тем, нужен ли этот продукт людям, поможет ли он им. Затем в дело вступают ученые. Они решают, из каких растений будет сделан продукт, подбирают состав из имеющихся трав, либо находят что-то новое. Только отдел формул может собирать все вещества воедино, чтобы они максимально эффективно кооперировали друг с другом. Именно на этом этапе решается, какими будут сами капсулы. Должны ли они быть твердыми или мягкими? В целом, подготовка капсулы к производству – это большой трудоемкий процесс, но один из самых главных – это первый этап. Главное, что вы должны знать, что здоровье от растений. Безусловно, в составе любого продукта, который мы употребляем в пищу, должны быть проверенные вещества. Но что значит подбирать качественное сырье для БАД? Какие для этого существуют критерии? Растение – сырье для производства. Добрый день, меня зовут Патрис Раков. Я специалист отдела закупок растений концерна «Аркофарм». Мы сейчас на складе, где хранятся сезонные травы и растения. Сюда привозят сырье для будущих БАД. Мы делаем закупки по всему миру. Около 40% растений покупается в Европе, около 25% в Азии, 20% в Африке и 15% из Америки, в основном из них. Мы закупаем около 600 различных видов растений. Все они необходимы для новых разработок лабораторий. Эти растения делятся на две группы, созданные самой природой и специально выращенные людьми. Мы предпочитаем специально выращивать растения для производства БАД. Это надежнее. Главный принцип аркофарма – это, с одной стороны, находить все необходимое в природе, в естественной для растений среде обитания, и в то же время максимально качественно выполнять их обработку. Смотрите, сегодня у меня здесь целая карта мира. Вот это привезли из Азии. А это гуарана, ее только что привезли из Бразилии. Это кожура апельсина, ее привезли из Греции. Эти артишоки, они из Европы. А гинко, который растет только в Азии, теперь стал доступным. Мы уже научились выращивать его во Франции. Все это кладовая полезных веществ. Пока мы отправляем эти растения на склад. Они будут там находиться, пока их не потребует отдел производства. Теперь, до момента, когда эти растения станут биологически активной добавкой к пище,
овощи попадут к вам на стол, осталось совсем немного времени. Здоровье от растений. Тестирование сырья. Добрый день, я Франсуаза Дюбан, менеджер отдела контроля качества. В данный момент вы находитесь в нашей лаборатории. Здесь мы проверяем, анализируем и контролируем все продукты, которые собираются отправиться на производство. Мы, так сказать, последний рубеж на пути сырья. Самое важное для нас, чтобы впоследствии при употреблении БАС у вас не возникло никаких побочных эффектов. И, конечно, мы отвечаем за чистоту продукта, соответствует ли он высокой планке концерна и достойный появиться на рынке. После самых современных тестов сырье поступает на следующий этап – этап приудобления. Мы любим наши растения и считаем, что здоровье от растений. Криодробление. Я Стефан Массен, руководитель группы производства. Мы находимся на первом производственном этапе. Сюда растения попадают со склада. Они уже прошли предварительную обработку, теперь мы очищаем их от бактерий, измельчаем их, замораживаем. Растения обрабатываются жидким азотом и одновременно с этим помещаются в измельчитель. Полученная пудра спускается по желобу для дальнейшего использования в приготовлении смеси для БАД. Температура, при которой идет криодробление, минус 196 градусов по Цельсию. Но и немаловажно, как будут измельчены растения. Ведь если размер каждой крупинки будет хотя бы на микрон больше, активное вещество капсул будет просто выведено из организма с едой, не принося никакой пользы. Температурный режим глубокого замораживания обеспечит сохранность свойств растений. К слову сказать, здесь одна из самых стерильных зон производства, ведь сразу после того, как растение измельчено, оно становится не просто растением. Это биологический материал, которому суждено нести миссию оздоровления. Смешивание. Сейчас мы видим процесс приготовления смеси, где различные ингредиенты нашего продукта тщательно перемешиваются внутри вращающегося контейнера за моей спиной. Засыпаемые измельченные растения попадают в этот контейнер в определенной дозировке, в зависимости от того, какую формулу мы создаем. После приготовления смесь отправится в следующий отдел, где будет помещена в капсулу. Пойдемте. Производство капсул. После смешивания вы уже можете начинать употреблять состав этой ложкой. Но свойства этих растений, к сожалению, недолговечны, потому что храниться эта смесь должна в определенных условиях. Эти условия обеспечивает желатиновая капсула. Давайте посмотрим. Желатиновая капсула позволяет травам сохранять свойства даже при условиях разного температурного режима. Например, при минус 30 градусах, если вы сдали свои вещи в багажное отделение самолета, или если вы на солнечном пляже решили воспользоваться формулой Nature Tan. Даже при плюс 40 с капсулой и ее содержимым ничего не случится. Здоровье от растений. Сертификация. Добрый день, я Эммануэль Фрар, руководитель отдела качества концерна Аркофарма. Мы производим лекарства, БАДы и косметику. По всем этим трем направлениям к нам регулярно приходят комиссии из Министерства здравоохранения. Мы обладаем сертификатом BPF, сертификатом GMP. Сертификаты обновляются каждые 3 года. Министерство здравоохранения Франции предоставляет их нам после тщательной инспекции. Что это значит? Это значит, что мы ведем производство в соответствии со всеми гигиеническими нормами. Наше сырье и технологии тщательно проверены Министерством здравоохранения. И поэтому мы можем отвечать за высокое качество продукции перед каждым потребителем, за каждую капсулу. Мы считаем, что здоровье от растений. Теперь продукт расфасован в капсулы. Каждая капсула на заводе на счету. Каждой уделяется большое внимание. Качество каждой капсулы проверяется вручную. Осматривается форма, однородность содержащегося в ней вещества, соблюдаются стандарты в размере. Вот почему каждая капсула во флаконе похожа одна на другую, как две капли воды. По-другому не может быть. Дизайн.
Добрый день, меня зовут Жизель Руссан. Я работаю в департаменте дизайна и связи. В нашей команде 18 человек. Я связующее звено между дизайнерами креативной группы, которые находятся здесь, и печатью. Сохраняя природный и малопривлекательный цвет высушенных растений при производстве, мы идем на риск. Но кому захочется покупать то, что мало симпатично? Поэтому наш отдел стремится показать продукт лицом. Мы разрабатываем упаковку всей продукции Vision. Я отвечаю за то, как продукт будет выглядеть. Слежу за качеством исполнения рисунка и на картонной упаковке, и на пластиковом флаконе. В общем, на всех элементах упаковки. В настоящий момент у нас большая радость. Для Vision мы работаем сразу над несколькими современными решениями. Это детская линия LifePack Junior и гель Millennium, тот самый, с зеленым лепесточком. Работать с Vision – это настоящее удовольствие. Нам передают отзывы дистрибьюторов, и мы понимаем, что движемся в правильном направлении. А работать с растениями мы любим больше всего, ведь здоровье – от растений. Итак, продукт и упаковка готовы. Далее следует еще один важный этап. Это вновь конвейер. Готовые капсулы засыпаются в знакомые баночки специального Vision дизайна, чтобы отправиться в долгое путешествие. Очень важно соблюсти количественную норму, ведь на банке четко указано 30 или 60 капсул. Нельзя ошибиться. Ирландия, Нутриформа. Здравствуйте, меня зовут Крис Тейлор. Я работаю в Аркофарма директором по международным связям, и вот уже 12 лет я курирую проект Vision. А много лет назад компании Vision и концерн Аркофарма создали завод Нутриформа в Ирландии, где ведется производство БАД специально для Vision. На этой дочерней фабрике соблюдаются те же нормы и сертификация производства, что и на главной во Франции. Здесь установлено то же оборудование. Просто в связи с объемами готовой продукции, которые необходимы Vision для реализации, потребовалось возвести целый отдельный завод. Сюда поступает сырье, тщательно проверенное, обработанное и соединенное в формулу Vision. Здесь смеси распасовываются в капсулы и банки Vision, а дальше готовая продукция поступает в торговые компании и попадает к вам на стол. Аркофарма – это признанный лидер на рынке растительных лекарств и добавок, научный лидер. А Vision – это компания с сильным маркетинг-планом, способным реализовать продукт концерна. Наша совместная работа – это гарантия качества, успеха и процветания. Мы на Аркофарме часто повторяем – здоровье от растений. Логистика. Меня зовут Сандип Гоя. Я директор по поставкам и развитию продукции компании Vision. Я расскажу, как капсула попадает к вам на стол. Когда баночки Vision уже разложены в коробке, приготовлены к транспортировке, их привозят в наш центр в Германию. А уже потом самолетами, большегрузными автомашинами и поездами наш продукт развозится по торговым компаниям, по пикапам. Мы должны убедиться, что процесс транспортировки и хранения продукта в любой торговой точке Vision на планете не вредил БАДам и косметике, не понижал их ценность. Мы всегда следим за температурой и уровнем влажности на любом пикапе. Следим, чтобы дистрибьютор получал продукт, который бы не превышал сроки хранения. Из-за того, что наши торговые компании находятся по всему миру, мы вынуждены следить за процессом круглые сутки и оперативно реагировать на любые проблемы. Мы все стремимся к тому, чтобы любой дистрибьютор, где бы он ни жил, всегда получал самый лучший продукт от Vision. И он всегда может быть уверен, что продукт качественный. Его правильно хранили, правильно перевозили, и он соответствует всем самым высоким стандартам. И вот эта капсула у меня в руке. Она преодолела тысячи километров, чтобы оказаться в моем родном городе. В мой дом ее принес дистрибьютор компании Vision. Я принимаю капсулы с формулой Vision уже 12 лет. Я не лечусь, я занимаюсь профилактикой, то есть поддерживаю свой организм в здоровом состоянии. И я уверена,
Здоровье от растений. La santé à la plante.